что-то хорошее. Вот это что-то хорошее. Неподъемное, смотрите. Ничего себе. Ух ты, ничего себе. Ух ты, хорошо, хорошо. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо, дорогая, тихо-дорогая. Давит как. Ох, как давит. Ох, как давит. Хорошая. Друзья, приветствую вас на своем канале. И сегодня я хочу показать вам, как я делаю вот такие вот замечательные с нержавейки воблеры. Правильнее назвать цикады. Очень классная приманочка, при помощи которой вы сможете поймать вашего трофея. Делается очень легко и быстро, с подручных материалов. Очень классная снасть, которая при проводочке заглубляется до 3 метров и ловит хорошую трофейную щуку. Друзья, еще хочу попросить вас непременно подписаться на мой канал. Для вас это очень легко, буквально как щелкнуть двумя пальцами. Нажать на подписочку и на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А для меня это очень большая мотивация для создания дальнейших роликов с очень интересными классными приманочками. Именно для вас. А сейчас приступаем к изготовлению. Итак, для этого нам понадобится нержавеечка или же оцинковочка. В моем случае это лист нержавейки толщиной около 0,5 мм. Примерно, может даже 0,6 мм. Покрыта пленочкой. И при помощи старого колпачка, он, вот видите, хорошо выгибается. И можно сделать от круга до овала. Любой, в принципе, интересующей нам формы. И беру, прикладываю. И обвожу нашу крышечку. Вот такой вот полукруг получился у меня. Здесь я хочу сделать еще вот так. В общем, рисуем ту форму, которая вам интересна, которая вам нужна. Экспериментируем, не боимся. Все это очень увлекательно. Начнете с одной формы делать, и потом дальше будете делать все новые и новые. И остановитесь на той форме, на которую нам нужно. Вот такую вот форму я буду использовать. Сейчас я ее вырежу. Вот такая вот форма получается. И теперь нам понадобится шаблон, чтобы вырезать круглую лопасть. У меня ничего под рукой не было интересного такого диаметра. Вот нашел старый наперсток. И при помощи этого наперстка вот такие вот заготовочки у меня получились. Все углы я сейчас собью на наждачке. И потом приступлю к сбору нашей цикадки. Итак, друзья, получаем вот такие вот две заготовочки. Это наша лопасть будет, которая будет заглублять и придавать дополнительную вибрацию нашему железному воблеру. И само тело. И также нужно сделать прорез по соотношению примерно 45 градусов к оси нашего будущего воблера. Все делаю примерно на глаз. И вот здесь вот будет у меня прорез. Также мне понадобится сделать отверстие
под крючки в этой части и вот хвостовой части. И сделаю. И вот уже после обработки получилась вот такая вот заготовочка. Теперь нужно прорезать под лопатку. И теперь паз в паз у нас все отлично встает. Вот отличная уже цикадка получается. И приступаю к заклеиванию. Можно, конечно, все это дело садить на эбоксидную смолу, но это будет намного дольше. Но я не думаю, что результат будет лучше или хуже. И вот получилась вот такая вот замечательная цикадка. Остается надеть крючочки и можно приступать к ловле рыбы. И вот, друзья, вот такая вот цикадка получилась. Очень уловистая, классная снасть, которая поможет вам поймать ваш трофей. Друзья, благодарю всех, кто посмотрел это видео. Не забывайте подписываться на канал, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее интересное видео. И до встречи!